Привет всем, мои дорогие! Начался сезон кабачков. Я уже, честно сказать, их столько наготовилась, я даже не знаю, куда этот урожай уже деть. И сегодня вот очередной раз делаю запеканку. Взяла грудку куриную, не целую грудку куриную, а половинку от нее, от этой всей грудки. Теперь взяла вот две луковки небольших, два зубчика чеснока, прям вот маленький кусочек горького перца. Вот два кабачка очистила уже от семечек, от кожицы. Все очистила, приготовила для терки. Сыр у меня будет, яйца, сметана, зеленый лук. Ну, скорее всего, может, укроп добавлю. И вот здесь смесь перцев и соль. Больше я никакие специи не добавляю. Сейчас я это маленько вот обжарю. Лучок и куриную грудку. Если вы будете повторять за мной то, что я готовлю, вы режьте, как вам нравится. Нравится вам мелко, крошите мелко. Нравится крупно, крошите крупно. Я на этом внимание не заостряю. Как получится. Тем более, еще когда торопишься, так вообще. У нас какой-то сегодня и каждый день, собственно говоря, суетный день. Хлопотный. Устали, намотылялись и... Не до готова. А кушать-то надо. Что я сейчас буду делать? Я слишком много масла не буду. Вот такую полную одну ложку. И ну, вторую, что уж там. Совсем-то тоже без жира. И как? Это сейчас... та сковородка, которую дно чистил, да? Угу. Сейчас масло прогреется. Я быстренько туда отправлю. Сначала чесночок. У меня ни досточки нет. Я себе досточку сделала из этого, из ламината, из куска. Все старые повыкидывала. Сок ламината взяла. Использую для доски. Все спартанские пословия. Не говори. У меня не кулинарный канал, у меня тут нет супер-мупер всякой ерунды. Так, пока у меня там греется, мне нравится, не смотрите, да? Да. У нас любят люди смотреть и осуждать. Я вот, кстати, видео смотрю, никогда никого не осуждаю. Кто как может, так и живет. Каждый по возможности. Оператора надо предупредить, что вбрызнуть может. Аккуратнее давай. Едем. Сейчас запах пойдет. Краги надо надеть, рукавицы. Почувствовал запах? Угу. У нас тут канал, как моя жена говорит, не кулинарный. Лоск наводить не собираемся. Живем, как живем. Кому не нравится, не смотрите, правильно? Угу. Мы снимаем прежде всего для себя. Ну и для дочери, а то я делаю разные вот эти видео с кабачками. А она говорит, почему не сняла? Я уже и с рисом в этом году и... И с сыром, и икрой, и с творогом, и все только делала. И вот снимать это же опять обсуждение. А мне вот иногда так не хочется. Ну, когда уже закроешь глаза, на все так и идет, кажется, нормально. Лучок. Что у меня там лучок жарится, мне надо этот кусочек грудки измельчить. Ой, оператор, наверное, мне нужна помощь третьих лиц. Помешивать? Да, помешивать. На, бери помешивать. Грудка без меня будет мельчить. Надо убавить, что-то слишком совсем на высокий огонь. Да, лук уже слишком быстро золотой становится. Да, он не проживет именно, что он не успевает пройти ее. И становится золотым. Так, ну вот я измельчила грудку, как смогла. Куриный. Динозавра. Давай быстрее перемешивай. Не динозавра. Птицы, они же ровесники динозавров. Все вынесаешь. Давай я. Помешать.
А этим временем еще греется и духовка, да? Да, еще я духовку включила, чтобы нагрелась на 180 градусов. Так, ну все, сможешь смешать. Тут у меня убавлено. Мне буду готовить дальше. Так вот я сейчас минутки 3-4 это обжарю, больше не буду. На медленном огне. И тем временем мне надо натереть кабачок. Натерли мы кабачок. Я подсаливаю, по вкусу солите, сколько вам надо. Немножко сейчас я перемешаю, немножко хорошо. И сейчас сок даст, я немного отожму. Потру сыр, пока у меня там кабачок стоит. Не знаю, сколько здесь. Примерно, наверное, грамм 130 сыра здесь. На свое усмотрение берите. У меня экспромт. Что есть, то и кладу. Так, ну все, потерла. Это для теста у меня будет. Ну, я буду запеканку. Я пока тут заливочку все пока. Организую. Пока то, пока все. О! Одно яйцо с прошлой коллекции. Одно с этой. Сегодня купили 20 яиц. Сметана у меня 10%. Видно ее, жиденькая. Булькает. Сейчас перемешаю хоть сверху. Раз, два, три. Полных ложки положила. Так, сюда соли добавлю. Смесь перцев. Можете не добавлять. Перемешаю все. Это миксер у тебя? Ага. Вот, видишь, супер, все взбило. Лучок крошу. Сейчас буду отжимать этот кабачок. Сейчас принесу блюдо. Я все выжимать не буду. Так, немножко. Кабачочек какой свежий. А можно не выжимать, например, на сито было скинуть или дуршлаг, стекло бы. Это с кабачка очень много воды, да? Жидкости, и то, если там еще подержать, там еще больше будет. Водянистое растение. Выключи. Все скидываем назад. То, что обжаривали, скидываем. Сыр сюда же, а не сверху. Зелень. И вот это вот мясо. Не блюдо, а сказка. Быстро все. Перемешиваю теперь. Сейчас еще подсолю, если надо будет. И поперчу.
немножко подсаливаю и перчу тоже много не буду. Выкладываю в форму. И минут на 30-25, не знаю, как там по духовке, смотрите, духовку. Ну все, достаю я запеканку. Запеканочка наша вся бурлит, готова к употреблению. Запах обалдеть какой. Ну, в этот раз мы такую покушаем. И все это кабачок. Сейчас надо, чтобы она немножко остыла, а то слишком уж горячая. И потом будем резать и кушать. Что я хочу пожелать всем? Очень-очень-очень всем крепкого здоровья, хорошего настроения. И не забывайте поддерживать наш канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем пока!